Всем привет, ребята, и в этом видео я вам хочу рассказать, как получить вещи в Roblox бесплатно, как сделать скин в Roblox бесплатно, и как это все сделать, ребятки, бесплатно. Итак, видео будет очень-очень интересное, поэтому смотрите внимательно и, естественно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Вот, ребятки, сейчас мы будем плавно переходить к способу. И, ребятки, способ рабочий, и реально, ребятки, мне дали донатерские вещи абсолютно бесплатно. Это реально факт, это реально работает. Вот, поэтому сейчас все буду рассказывать и, ребятки, показывать. Итак, ребята, для начала вы должны определиться и выбрать вещь, которую вы хотите. Это может быть абсолютно любая вещь. Аксессуар, волосы, эмоции и так далее. Выбирайте тут сами. Итак, выбираем, допустим, любую вещь за любую цену, только, ребятки, не вот эти вот happy face по 100 тысяч робоксов и так далее, что-то вменяемое. Допустим, там, вот такой вот я выбрал плащ, и после того, как я его выбрал, ребятки, мне нужно нажать на 3 кнопочки возле цены, нажать на кнопочку, ребятки, share, и нажать на скопировать ссылку. Как только я это все сделаю, эти все действия, мне нужно перейти по ссылочке в описании, поэтому ссылочка оставлю на сайт в описании, переходите на этот сайт, и здесь нам нужно указать пару вещей, то есть в плане ваш ник в Роблоксе, и там, где кнопочка названия, вы должны вставить то, что скопировали в самом Роблоксе, и просто отправить форму. Вот и все, ребята, условия максимально простые и понятные. Вот, все это выполните, напишите ваш ник в Роблоксе, естественно, вот там, вот тут вот нужно вставить то, что вы скопировали в Роблоксе, опять же повторюсь, и нажать кнопочку «Отправить». Все, ребята, вы выполнили все условия, и теперь вы можете получить вещи в Roblox абсолютно бесплатно. Ну, естественно, вы можете это все делать пару раз, и ответ бесплатно, ответ записан. Всем спасибо большое за просмотр, всем хочу пожелать удачи и хорошего настроения, всем пока-пока!